Привет, с вами Леша Няша, и сегодня мы будем делать разворот милой сладости. Я решила это сделать, потому что у меня очень-очень много разных картинок на тему милой сладости. И вот сейчас будем их в жизни вымывлять, так сказать. Давайте начнем. Первую часть я сделала, это вот такие вот макаронцы. Как котики. Макаронцы, котики. Давайте дальше. Второй этап сделан. Я распечатала такую картиночку. Котики. Печеньки такой. И сейчас я еще нарисую на первой страничке и закончу. А хотя я подумала, что не надо ничего здесь рисовать. И наш разворотик вот такой вот. И всем пока, с вами была Юляша, всем бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай.